Приветствую всех. Продолжаю проходить новое дополнение Alice Defiant. В общем, сейчас, если не ошибаюсь, будет пятая миссия, кажется. В общем, судя по тому, что я здесь вижу, будет примерно так же, как и предыдущая. Я в предыдущей миссии, несмотря на то, что она была, ну, несложная, да, очень много все равно ошибок допускал, как обычно. В общем, постараюсь их учесть, эти ошибки, да. То есть, ну, в целом, думаю, что следующая миссия будет примерно такой же, как и предыдущая. В общем, поехали. Так, Ливия, январь 41-го. Так как начальные цели британцев в операции «Компас» выполнены, силы Западной пустыни намерены продолжить наступление, чтобы полностью вытеснить итальянские войска из Египта и захватить важные порты на Ливийском побережье. Сложность, в общем, ну, как обычно, полковник будет. Дали возможность выбрать новую специализацию. Вот тут можно посмотреть, что бы взять, что можно было бы взять. Я вот так вот пооценил, в общем-то, танковая школа, наверное, сейчас пока не нужна. Мне кажется, она больше пригодится нам, когда немцы появятся у них, потому что танки будут. Вот, сейчас как бы не особо. Итальянцы, в общем-то, слабенькие. Техника у них слабенькая. Мы атакуем, все захватываем. В общем, пока что танки не нужны. Можно взять, допустим, военную экономику. Моя самая любимая специальность. Я всегда ее беру. И женский тут, кстати, тоже потом возьму. Даст возможность использовать плюс 2 очка на землях, да? То есть у меня как раз и разведка куплена. Если не ошибаюсь, в прошлой миссии я ее прикупил. Вот, будет неплохо. То есть просто дополнительно один отряд будет. Ну и, наверное, второй разведсамолет, судя по тому, что вот здесь плюс один еще будет, тоже появится. То есть, хотя в предыдущей миссии мне на халяву его дали. Ну, вернее, очко. Вот. Что можно еще посмотреть? Ну, вот я не знаю, что они из себя представляют. В общем-то, я пробовал в той же песчаной буре использовать такие вот войска, да. Ну, как это, там были какие-то инженеры местные, они, в общем, оказались не очень хорошие, не понравились они мне. Думаю, не стоит такое тратить. В общем-то, еще спецподготовка для пехоты тоже неплохая штука. В общем-то, пехота вообще мое самое любимое подразделение. Я всегда в основном пехоту люблю, потому что их дешево пополнять. Они, в общем-то, не такие уж и плохие ребята. Вот. То есть можно их еще взять. Но я, в общем-то, все равно склоняюсь пока сюда. На быстрый взлет пока нету очков. В общем-то, тоже вопрос. Может быть, подкопить. В общем-то, не так уж и сильно они как бы нужны, да, быстрый взлет. То есть почему? Если, допустим, как бы, ну, нам сейчас нужно нападать на итальянцев, да, в принципе, у них слабенькие самолеты, нам нет необходимости как-то быстро их убивать. Вот, а когда придут немцы, да, то уже мы будем отступать, и нам, в принципе, нет необходимости будет, да, вот эти вот дополнительные очки, ну, очки хода, да, со взлета использовать, потому что противник сам к нам подойдет, и самолеты сам к нам подведет. То есть, в общем-то, в принципе, наверное, не очень нужно. Сбрасываемый бак, в общем-то, тоже запас авиационного топлива на 2 хода. Тоже, в общем-то, в принципе, не такая уж плохая штука, просто на 2 хода подольше полетать. Но в целом, наверное, если учесть, что мы будем возле своего дома воевать, да, наверное, тоже не особо надо. Хотя намного более ценно, чем, допустим, быстрый взлет будет. Вот, ладно, в общем-то, я беру пока что военную экономику. Наверное, самая любимая моя специальность. Вот, ну и посмотрим, как она мне пригодится в этой миссии. Поехали воевать. Так, благодаря вашим усилиям 10-я итальянская армия сейчас отступается. После всех тех неудач в Европе в прошлом году Лондон рад, что маленькая заварушка, устроенная Муссолини в Африке, пока идет не слишком удачно для него. Войска противника для отхода используют в основном прибрежную дорогу. Я это, ну, запомнил. То есть в основном используют прибрежную дорогу. Все. По-прежнему 20-й итальянский корпус удерживает линию Дерна-Мичили. Не знаю, что это такое. Так, вот, Дерна-Мичили, да, вот это вот где-то. Действие в качестве арьергарда. Ожидайте, что при атаке этого района вы встретите несколько оставшихся боеспособных итальянских танков. Хорошо, запомнил, у меня, в принципе, Матильды, я, наверное, не сильно буду бояться, плюс у меня противотанковое орудие. Думаю, справлюсь как-нибудь. Чтобы перехватить большую часть отступающих сил противника, необходимо быстро пересечь пустыню в направлении Бедафом.
Это, наверное, плохо, потому что у меня Матильда довольно медленная. То есть, примерно идея какая? Если говорят, что здесь где-то парочка танков есть, значит, наши танки попробуют быстро здесь прорваться. Ну, примерно такая идея. А пехота будет здесь под прикрытием противотанка, как видите. Ну, возможно, здесь как раз пригодится еще и тактикал мой. Ладно, дальше. Это позволит нам отрезать и уничтожить 10-ю армию, прежде чем она сможет перегруппироваться. Вы должны использовать высокомобильные или механизированные подразделения, чтобы вовремя достичь этой цели. Вот это как бы плохо, то есть потому что у меня пехота без транспорта. То есть не знаю. Не знаю, успею я. Наверное, все-таки не успею, да? То есть. Хотя, с другой стороны, в общем, у меня есть парочка разведсамолетов. Быстренько пролетим, посмотрим, можно ли будет там пешком дойти. Я думаю, что все-таки... Может быть, парочку транспортов все-таки возьму, да? Пара танков плюс пара транспортов, и мы здесь как-то попробуем повоевать. Ваш отряд меньшего размера необходим для продолжения преследования бегущих итальянцев по прежней дороге. Смотрите, да, как бы намекают нам, основная армия должна будет здесь мчаться, а маленький отряд здесь. Хорошо. Ну, они сами нам подсказывают. В общем-то, это важная деталь. Нужно всегда внимательно относиться к тому, что говорят в описании. Это может сильно помочь, поэтому стоит не забывать об этом. Ладно, вы все еще можете встретить сопротивление итальянцев в ключевых местах, но их боевой дух уже сломлен, поэтому решительное наступление может легко отбросить их назад. Будет сопротивляться, значит, ну, минимум одна, как это сказать-то, один инженер, да, может быть, одна тяжелая пехота, более чем достаточно здесь будет. Тем более, вон нам еще и австралийцев придали. Ладно, дальше. Сэр, для нашей победы крайне важно, чтобы мы не позволили 10-й армии отойти дальше. Итак, давайте тщательно спланируем ваши действия, чтобы преподать Муссолини урок войны в пустыне. Хорошо. Захватить Дерну и Мичили. Так, это я понял, здесь парочка танков нам обещали. Отрезать итальянские войска у Бедафом. Знаете, возможно, даже и не нужны будут транспорты. Возможно, мы и так справимся. Смотрите, 25 ходов. 25 ходов, то есть, если мы посмотрим, давайте посмотрим по снабжению. Вот в пустыне практически нет снабжения. То есть, грубо говоря, вряд ли здесь вообще кто-то находится. Вряд ли кто-то здесь прячется. То есть, мы, может быть, даже и пешком здесь дойдем. Хотя, с другой стороны, тяжелая пехота точно пешком здесь не дойдет. Она будет очень много идти. Ладно. Выполните второстепенные задачи. Опаньки. Впервые такое вижу в этой кампании. То есть нужно и их тоже выполнить, да, иначе не получится. Двигаться по прибрежной дороге, перерезав пути отхода, вы решите судьбу итальянской армии, но продвижение вдоль прибрежной дороги заставит их покинуть позицию в Бенгази, и они попытаются прорваться. Уничтожить итальянские подразделения, выступающие из Бенгази. Ну, это, я так понимаю, мы вот здесь вот нашей маленькой армии подходим, да, а вот здесь вот мы их перерезали, и потом как бы рубим на куски. То есть, я так понимаю, все-таки здесь, ну, такая, да, то есть, более нагнетают, мне кажется, атмосферу, да, то есть, я думаю, мы и так успеем сюда добраться, и так успеем перерезать, и так успеем всех перебить. По снабжению у них очень неплохо, да, вот здесь Бенгази 50, Бедафом, да, очень нормально, судя по всему. Ладно, сейчас я еще подумаю, что, смотрите, нам придали еще аэродром, можно будет, да, где-то вот здесь мы его поставим, чтобы максимально быстро, даже, может быть, где-то здесь. Где-то тут у нас еще... Ну и да, и здесь аэродром довольно близко. Ладно, посмотрим. Начнем, наверное, тогда разворачивать войска. Сразу же тогда с разведки. Разведки не нужны. Не нужен опыт, я так понимаю, да? Можно сэкономить. Хотя не так уж и дорого стоит. И все-таки немножко настрелять. Ну, я думаю, не надо. Нафиг ей не нужен опыт. Мне кажется, это прям перебор какой-то. Есть возможность еще одну выставить. Наверное, тогда и выкуплю ее. Так. Они, я так понимаю, вроде одинаковые, да? Ладно, ну, в общем, такое куплю. Хотя, с другой стороны, наверное, морской-то получше будет. Они вроде одинаковые, да? Но зато тот может как с таких аэродромов взлетать, так и с авианосца. Ладно, дальше что? Есть три прикупить самолет. То есть, я так понимаю, один будет тактикал. Все-таки, да, вот, тем более у меня здесь есть и боец на нем. Возможно, даже немножко не так выставить стоит, да. Смотрите, один истребитель мне придали, то есть как бы намекают, что здесь будут вражеские истребители, что по аэродромам у них раз аэродром, два аэродром. Ну, тоже, кстати, немного, то есть зенитка здесь где-то будет ехать, я так понимаю. Хотя, может быть, и здесь тоже.
Ладно, посмотрим. В общем, наверное, два все-таки возьмем истребителя. В прошлый раз тактикалы особо были не нужны. Как-то вот так вот. Так, теперь по пехоте. Теперь вот спорный вопрос. Что же мне все-таки лучше? Стоит ли им прикупить технику, да? В принципе, у нас достаточно снабжения. Ну-ка посмотрим, сколько заход снабжения дает. Десятку. Это очень мало. Это очень мало. И стоить они будут дороже, да? То есть уже пятерку будет стоить. Давайте сперва танки, наверное, возьмем. Вот, наверное, я все-таки вот такой танк возьму. Он довольно быстрый, да, здесь сможет что-то сделать. Наверное, и разведку тоже вот такую возьму. Потому что самолет вроде как не может видеть то, что находится в городах. И здесь как раз разведка поможет мне. Она посмотрит, не прячется ли там кто-то. Я, в общем-то, думаю, что и вряд ли здесь кто-то сидит. Но она мне поможет. Ладно, дальше что? Так, артиллерия. Ну, артиллерия, я так понимаю, она все-таки будет двигаться где-то здесь, да? По дороге. Так, что еще? Танк, наверное, все-таки тоже где-то здесь. Даже, наверное, как-то вот так. Все вместе будем стараться двигаться. Так что как-то вот так вот. Противотанк орудия я ему, наверное, не беру. Ну, и тяжелая пехота, наверное, да? Одну возьму. Все-таки, да, все-таки, наверное, с транспорта. И одну простую пехоту. Инженеры нужны мне здесь? Ну, сказали, что маленький отряд здесь должен двигаться, да? То есть, наверное, все-таки даже инженера возьму. Можно его, кстати, обновить. Я в прошлый раз не заметил это. Давайте, наверное, нормально его обновим. Так, и самый такой опытный отряд, да? Тут даже опытного отряда особо нету. Не знаю, посмотрим. Не уверен, что все это нужно. Все-таки 25 ходов. 25 ходов это очень много. То есть, мне кажется, тут и так все будет нормально. Ладно. И небольшой отряд здесь. Ну, я так понимаю, это австралийцы будут. Возьмем одну тяжелую пехоту. Она чисто по дороге будет. Даже, наверное, вот так вот сделаем. Возьмем одного инженера. Хотя один инженер уже есть. Наверное, инженер второй здесь, ну, точно нафиг не нужен. Зенитка. Ну. Зенитка, наверное, будет здесь прикрывать, да? А здесь будут истребители. Пока мы здесь аэродром не пристроим, да, с другой стороны, и даже когда построим, в принципе, все равно. Смотрите, здесь и артиллерия есть, то есть, возможно, здесь можно даже вчетвером вот справиться. То есть, тут типа противотанк только придать им, и все, и будет нормально. Так. Даже, наверное, как-то вот так вот, что ли. И все, больше ничего и не купишь. В принципе, наверное, нам хватит. Ну, если что, я думаю, все-таки быстрый танк вот этот мой сможет тут приехать, помочь как. Может быть, даже кто-то из них подъедет. Не так уж и много тут, в общем-то, дали очков. Ладно, выстраиваем нормальный масштаб, который мне более-менее нравится. Ну, вот такой сойдет, мне кажется. И, наверное, еще раз посмотрим по задачам. Выполнить второстепенную задачу, отрезать крымские войска, захватить Дерну и Чили. Двигаться по пробрежной дороге, уничтожить крымские подразделения. Поехали. Так. В целом, я примерно думаю даже, что не буду их сильно прикрывать. Пускай они себя провоцируют. Вражеские истребители, мы их потом подрежем. Как-то так. Теперь тут, ну, разведка. Давайте, наверное, сперва по чуть-чуть, где мы можем двигаться. Ух ты, танк вообще медленный. А вот круизер нормальный танк. Прям очень неплох. Тут кто-то есть. Но это тупо разведка, да? То есть мы ее особо не боимся. Даже сейчас ее попробуем, наверное, подрезать. Ну, не очень получается подрезать, да? То есть во фланг не получается зайти и как-то... Думаю, танк все-таки где-то вот здесь, да, должен прикрывать. Если здесь... Нам сказали, что здесь парочка танков есть, да? То есть они, наверное, вот здесь попробуют залезть. Если я его ударю, он может отступить. Может быть, попробовать разменяться? Или, с другой стороны, зачем нам это надо? Как-то так вот, не знаю. Посмотрим. Пока что не видно здесь ничего. Непонятно, будет ли тут что-то еще. Я думаю, что ничего не будет, но в целом, как бы, такого исключать нельзя. Попробую как-то... Вот он видит, смотрит на 3 клетки, да? Или все-таки на 2? Вот этот почему-то на 2 клетки смотрит. Возможно, это тоже на 2. То есть нужно как-то так встать, чтобы он... Ну, посмотрим. Будем тестить. Я, в общем-то, не уверен, что здесь происходит. Здесь вроде обещали танки, поэтому пока что вот так вот. Пока что так. В общем, время еще есть. Кого-то тут прикрыть? Ну, наверное, все-таки вот этих, да, есть смысл прикрыть. Теперь посмотрим, что здесь. Нам нужно захватить и этот. То есть, я так понимаю,
В принципе, мы можем вот отсюда честь направить сюда. Я как раз здесь разведки посмотрю, то есть полетаю, наверное. И там решим. А здесь пока двигаемся в этом направлении. Здесь разведки пока особо нету. Есть еще и австралийский. Можешь попробовать вот так вот подлететь, посмотреть. Здесь аэродром. То есть возле аэродромов постоянно находятся вражеские эти зенитки. То есть он может подойти и пострелять. То есть не очень хорошо. Посмотрим, что дают. Да, за австралийцев вообще ничего не дают. Никакого снабжения. Здесь, может быть, еще и мины будут, кстати. Он окопанный, интересно? Он не окопанный. То есть можно не бояться. Посмотрим, нет ли тут мин. Ну, вроде нет. Вроде нет. Нужно еще здесь как-то припрятать противотанк, да, вот сюда где-то поставить. Поэтому пока по чуть-чуть. Вот так вот будет, то есть. Противника противотанка орудия. В общем-то, я его не сильно боюсь. Тактикал особо тоже не долетает, блин. Ладно. Здесь, наверное... А, вот и вражеские самолеты. Ладно, пока что ждем. Пока что ждем. Зенитка тоже здесь где-то рядом. Вроде прикрыты все более-менее нормально. Только вот это вот место мне не очень нравится. Хотел я тяжелую пехоту здесь направить, но, судя по всему, она сюда пойдет куда-то. Даже нет, подождите. Она здесь прямо очень плохо себя чувствует. Вот так вот как-то, да? Наверное, мы все-таки захватим Дерну, а потом отсюда как-то будем давить. Что-нибудь типа такого. Поэтому пока что вот так вот. Здесь попробуем просто прикрыть артиллерию, чтобы никто по дороге не пролез. Ну, все остальное вроде нормально прикрывается. Танков я здесь не стал брать, поэтому... Бояться как-то противотанковой орудия особо нет, наверное, смысла. Просто по чуть-чуть воюем. Вот. Все, примерно... Примерно как-то так. Заметил. Между горой и между горой. Это тактикал, я так понимаю. В целом пока все более-менее нормально. Вот и два танка, которые нам обещали. Тут главное не потерять еще и бойцов. Я так понимаю, их прикупить не получится. И тут прям не слабая армия. Возможно, здесь все-таки был смысл взять танк. Ну, у меня здесь тяжелая пехота подошла. В принципе, нормально. Здесь попробуем отойти подальше как-то. Попробуем пополнить тяжелую пехоту вперед. Мы здесь можем что-нибудь продавить? Ну-ка. Никто здесь не добегает больше. То есть придется все-таки инженерам здесь как-то попотеть немножко. Этого не буду убивать. Не буду убивать, он просто здесь место занимает, и вражеская тяжелая пехота здесь мне помогает тем самым. И теперь вопрос, стоит ли, допустим, кого-то из них бить? Кого вот, например? То есть можно попробовать его. То есть, чтобы он меньше урона нанес моему инженеру на следующий ход. С другой стороны, ничто не мешает ему тут, ну, поменяться местами, да. То есть не знаю, умеет ли компьютер такое или нет. То есть, ну, сможет ли он догадаться, да, что тяжелая пехота лучше ударит по инженеру. Ну, как-то так. Ладно. Так. Что по разведке? Нужно так полететь по разведке, чтобы посмотреть, что здесь есть, и потом еще под эти спрятаться. Под истребители, которые сюда подлетят. Так. Ну, в общем, в целом, не похоже, что здесь кто-то пытается пролезть. Можно попробовать и вот этого подтянуть как-то, да, поближе. Так. Здесь вроде всех прикрываю, вот так вот. Можно попробовать кого-нибудь пострелять. Здесь у меня должно быть два истребителя. В общем-то, можно прикрыть двумя истребителями, допустим, разведку. И не вижу, кстати, этого. Не вижу вражеской этой ПВО. То есть можно тактикалом что-то придумать. Можно, в принципе, особо не спешить никуда здесь, да, повоевать как-то. Как-нибудь, может, даже вот сюда? Нет, наверное, все-таки сюда. Хотя будет размен. Не очень мне нравится размены делать.
Можно попробовать сперва первый урон нанести, да? Чтобы австралиец нормально разменялся. Австралиец уже получше разменялся. Вроде прикрываю артиллерию. Здесь можно попробовать сюда долбануть и отлететь под прикрытие истребителя. Стоит ли вот так вот размениваться? В принципе, не такой уж и плохой размен. Но хотя, с другой стороны, дают всего 10 очков. То есть, может быть, есть смысл все-таки противника заставлять об меня размениться. С другой стороны, если они будут нападать на мой тактикал, то тактикал дорого стоит. Возможно, стоило сразу разбить вражеского этого истребителя, да? То есть, возможно, это все-таки была не очень удачная идея. Здесь пока что ждем. Противотанк тут тоже особо не нужен, я так понял. Здесь вон танки подошли. Я, кстати, хотел круизера заменить на Матильду, но, в общем-то, не очень удачно повезло. Здесь, кстати, так себе ситуация. Возможно, тактикалу стоило сюда отвести. Здесь прям не очень ситуация. Я предлагаю здесь вот этим поездить, посмотреть, что да как. И здесь пока ждем, да? Здесь где-то должна быть тяжелая пехота у меня. Вот она может здесь что-нибудь подойти, повоевать как-то. Главное еще, чтобы здесь не перерезали ничего. Попробую расширить, что ли, зону. Так. И не дотягивается моя тяжелая пехота. И здесь, вот здесь противотанк был нужен. Да, наверное, все-таки стоило его сюда отправить. Может быть, успею еще. Все-таки вряд ли здесь будут еще танки, да? У нас здесь есть артиллерия, если что, тактикал. Давайте, наверное, все-таки его вниз отправим. Наверное, тоже это была ошибка, да? Не предугадал. Мне сказали, что они будут где-то здесь, да? Я думал, что они вот сюда будут нападать. Но они, в общем, решили меня перерезать. То есть, и в итоге такая себе получилась ситуация. Попробую подставить Матильду. Тяжелую пехоту, наверное. Ну, наверное, все остальные просто вот так вот отойдут как-то чуть-чуть. Вряд ли они здесь доедут, да, до меня. Хотя, кто их знает. Наверное, просто расширю зону контроля, чтобы в случае чего не перерезали меня. В целом, тут пока вроде нормальная ситуация. Не суперская, но и не самая отстойная. Кому-то урон здесь нанести я не могу. Ну, здесь, если посмотреть, рискованно. Может пойти сюда? Попробовать еще добавить, да? В принципе, я тут ничего не вижу. Здесь нету аэродромов поблизости. Вряд ли кто-то попробует здесь подлететь вот сюда. То есть вот здесь нормальная, в принципе, ситуация будет. Так, ну и тут просто ждем тогда. 3-0. Хороший ли размен? Наверное, неплохой. То есть еще меньше урона нанесут по моим инженерам. Единственное, только вот вражеская арта меня смущает. Она как раз сюда долбит. Ну, такой себе размер, конечно. А здесь получше. Так, и по-моему, я там забыл круизера тоже немножко пополнить. Смотрите, да? Не очень удачно. Не очень удачно получилось. Все-таки размен идет. Ладно, пока что ждем. Пока что смотрим. Вот этого, да, я забыл, по-моему, пополнить. Попробуем добавить что-нибудь, да, дополнительного урона. Не очень получается. Ну-ка, что тут можно сделать? И здесь никак не прикрыться, да? Можно попробовать вот так вот, наверное, встать. Даже, наверное, можно было вот сюда подъехать, чтобы добавить еще урона. Ну, в общем, я уже прозевал эту возможность. Размениваться стоит или нет? В принципе, это не так уж и дорого, да? Можно даже просто вот так вот пострелять тоже. Мы здесь уже подзадержались немножко, поэтому смысла спешить сюда нету. Можно попробовать поразмениваться.
Ладно, ну здесь я видел вражескую. Вражеские грузовики, они куда-то здесь есть. Непонятно, куда они двигались. В общем, видимо, далеко уехали. В общем, я их догнать, я так понимаю, никак не мог. Здесь просто одна обычная... Нет, кстати, не обычная. Это берсальеры. Они против пехоты вроде неплохи. Так, что здесь? Вот здесь где-то была арта. Может быть, попробовать подойти поближе сюда, чтобы потом ее подавить. Она стреляет только вот до этой точки. То есть мы вот здесь вроде нормально себя будем чувствовать. И нас вроде никто не видит, кроме вражеских самолетов. Они тут... Они, в общем-то, улетели тоже, да? Можно попробовать потянуться. Здесь, в общем-то, не так уж и плохо все. Так, вот это вообще прям супер бьет. Она чуть-чуть под шаг, и она прям сама здесь всем раздаст. Пока что так сделаем. Тебя, наверное, просто пополняем. Так. Кстати, если что, можно и ведь и зенитку переключить в противотанковый режим. Так что да, здесь я ошибку допустил. Надо было противотанк сразу сюда тащить. Ладно. Стоит ли здесь что-нибудь попробовать? Да, вот так вот, допустим, прорезать кусок. В принципе, мы никуда не спешим. Просто режем тогда, да. Сойдет. Так, ну, инженер. Стоит ли пройти вперед? Вот этот начнет меня долбить, наверное, не очень правильно. Здесь вот тактикалом, видимо, тогда долбанем. Ну-ка посмотрим, что тут по разведке. Да, тут вообще зениток никаких нету. Можем даже, наверное, его вообще продавить будет. Даже можно, наверное, долбануть будет. Я еще и сюда, наверное, залезу. Кто тут более опасный тип? Тяжелая пехота, в принципе, она дорогая. Если мы заставим его пополниться на тяжелую пехоту, то он немного потеряет ресурсы. Правда, я не знаю, как это работает. Ладно, тут пока вроде более-менее нормально. Главное, чтобы берсальеры здесь прям не рванули и не порвали меня. Так, сюда пострелять? Может сюда, кстати? Может сюда? Вот здесь вообще прям отлично получается. И стоит ли прикрывать? В общем-то, один единственный истребитель, который здесь был, я его очень-очень сильно подрезал. Наверное, зенитка сюда как-то подойдет поближе. С другой стороны, вот так вот если подойти. Тут вроде он не должен меня прорвать. Вроде да, вот так вот. Неплохо получилось. Только вот не прикрыт вот этот вот. Остается. Можно сюда, конечно, но я думаю, вряд ли кто-то подойдет. Я предлагаю все-таки вражескую артиллерию подавить посильнее. Так, и заодно прикрыли разведчика с тремя этими. В целом, я думаю, неплохо получилось. Здесь артой просто раздавим. Даже я предлагаю вообще не стрелять потом. Я, ну, сперва думал, что арта будет давить вражескую арту, а в итоге сейчас думаю, что просто сразу начнут сюда пушить и все. Тем более, ребята вон на аэродроме, они вылетят, они ничего не смогут сделать. Тут, в общем, нормально. Вот здесь не очень хорошо, но в целом пока неплохо. Поехали дальше. Ну, вот то, что я говорил, что они начнут это... Просто минометами душить. Ну-ка. Нормально. Эта штука стоит 20 единиц. За два хода пополняется. То есть все неплохо получилось. Может быть, только тупо это. Времени нам не хватит добраться. Хотя с другой стороны 25 ходов. Ну и вот, вот эти ребята тоже. Тем более эффективность потеряли. В общем, вряд ли они вообще здесь выживут. Я предлагаю здесь посмотреть, что можно сделать. Так. Вот этот самый неприятный тип сейчас, да? В принципе, наверное, можно его бить. Можно, наверное, было даже и разменяться противотанковой пушкой, да? То есть мне ее нужно качать все равно. Можно было просто поразмениваться здесь. Возможно, это была ошибка, да? Ну и сейчас здесь еще встану, чисто чтобы добавить немножко урона. Все, а теперь, наверное, просто отойдем отсюда подальше. Надеюсь, он меня не нагонит все-таки. Так, а ты, наверное, тогда просто жди. Стоит ли здесь размениваться? И может тоже попробовать? Нет, ладно, здесь пока останусь. Он, в принципе, все равно может меня объехать и ударить, да ведь? То есть...
Но тут размен не очень хороший, просто тогда я... Ладно, смотрим, что здесь. Здесь, правда, вражеский аэродром, то есть опасно. Опасно сейчас сюда ехать. Я предлагаю просто здесь тогда остаться поближе. Ну, видно. Видно, что здесь есть арта. Потом посмотрим, что с ним можно сделать. Так, видимо, сейчас будем этих добивать как-то тоже. Тяжелую пехоту надо пополнить. Давайте, наверное, тогда просто вот так вот сделаем. Вышел к тяжелой пехоте, это не очень хорошо, конечно. Но две мне нужны, две. У них нету вообще никакого опыта, два опыта мне здесь не нужны. Попробуем тогда его подавить. И тактикалом. Кстати, тактикал почему-то... А, все понятно, здесь истребитель вражеский, надо его добить как-то. Так, 2-0, 1. Ну, видимо, вот так вот, да? Хочется еще просто и вот здесь вот прикрыть как-то. Ладно, пока что вот так пусть будет. Наверное, все-таки опыт нужен больше мне. Ну вот, как-то так. Думаю, не супер получилось. Кстати, вот здесь еще и... Забыл, что у меня инженер здесь был. То есть инженером можно будет сюда пробить еще. И про зенитку, кстати, тоже забыл. Ладно. В целом, пока нормально. Здесь прикрывается. Этот вроде в пустыне на 2 смотрел. Мой вот на 2 смотрит. Надеюсь, он его все-таки не видит. Ну, даже если на 3, тоже не должен вроде видеть. Так, что с тобой делать? Наверное, пока просто пусть здесь остается. Стоит ли подойти еще? Наверное, кстати, да. То есть у него будет выбор, кого тут бить. И у меня будет выбор потом, ну, быстрее подойти. То есть у них есть еще пехота. То есть, ну, в общем, не особо опасно. Поехали дальше. Нормально. Немножко даже прикрылся. Супер. Он еще причем, он... ну ладно, сейчас пока подождем, потом скажу. В общем, тупо получилось, вот это плохо. Вернее, не очень хорошо. Я могу его, кстати, догнать, стоит ли это делать. В принципе, мы тут и так справляемся, давайте я попробую его прокатиться. Правда, нечем его добить, может быть, вот так тоже не получается. Давайте здесь разменяемся, потому что мне все равно нужно качать противотанк. Да. Я пока что подожду, здесь пополнюсь и потом помчусь сюда куда-то. Так. Ну и здесь, видимо, тогда просто стоим, прикрываемся. Наверное, все-таки действительно мне особо опыт не нужен. Здесь, да, можно поэкономить. 20 против 11, это, ну, что-то не так уж и слабая экономия, да? То есть, тем более, здесь 10 всего дают. Но зато, когда придут немцы, я, конечно, наверное, здесь тоже офигею от этого. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Стоит ли снимать ему окопанность? В принципе, она у него здесь есть. Вроде продавливаю, да. Сойдет, нормально получилось. Так. Подходим ближе. Стоит ли тебя убивать так? Или, может быть, кем-то из наших ребят опыта понабирать? В принципе, у меня и так опытные, да, истребители. По одной звезде есть. Значит, зенитку покачаю немножко. Может, тобой добить? С другой стороны, а кто здесь еще? Кому ты нужен тут? Может, тактикалом, допустим, вот сюда долбануть? И его прикрыть истребителями, да? То есть, ты давай сюда. Вроде неплохо. Вот у меня еще опытный боец здесь где-то был. Он тоже неплохо бьет вроде. Все, даже прикрыл. Ну, здесь мы и так справимся, я так понимаю. И вопрос, стоит ли мне еще тут куда-то лететь на разведку?
Ладно, не знаю. Не знаю, удачно это решение или нет, но в целом неплохо. Нужно, кстати, наверное, все-таки потом всем этим ребятам сюда сорваться. Да, с двух сторон ударить. И потом сюда идти. Не уверен, что, правда, противник прямо сейчас не убегает куда-то, но... Оставлять вот так вот открытую местность нельзя, потому что мало ли здесь перережет еще. Я не думаю, что компьютер умеет такие фишки делать, но в целом не очень-то. Кстати, вот здесь ошибку тоже сделал. Можно было не заходить сюда для пополнения, можно было сквозь него проехать вот так вот. Да, и он бы встал в зоне, и он бы пополнился на максимум. Это вот фишка упустил я. Упустил. Тоже опять мелкие ошибки, в общем-то, дают. Вот, отлично. В принципе, неплохо получилось. Размен, конечно, отстойный, но в целом получилось не так уж и плохо. То есть удалось снять одного окопанного бойца. Это прям не очень плохо, я бы сказал. Прям даже отлично, я бы сказал. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Противотанковое орудие. Так себе, конечно, получилось. Так, оно смотрит на... Ну, пускай будет смотреть на 2, да? То есть, блин. Хочешь, не хочешь, то есть... Подставляться, блин, приходится, да, получается? Ладно, не знаю. Что-то, по-моему, какая-то тут фигня у меня получилась опять. Ладно, тут ждем. В общем, удалось выманить бойца. Сейчас, значит, я его буду, скорее всего, здесь душить тактикалом. Так, где тут тактикал? Артиллерия вроде пока никого особо не бьет, так что его будем бить. В принципе, неплохо. Ну и, видимо, пока просто здесь вот так вот останемся. Пусть он сам на меня пытается напасть. Так, а здесь тогда двигаемся дальше. Ну-ка посмотрим. В принципе, вроде неплохо. Вот как он здесь, интересно, пройдет? То есть он вот здесь вот сможет потом перейти мне, помочь, ну-ка. Нет, пока все нормально, вроде. Все, вроде нормально получилось. Так, стоит ли здесь подходить? Он не окопанный, мы его не сильно должны бояться. Вот этот вот окопанный. Можно попробовать сюда подойти и пополниться немножко. Зенитка тут особо не нужна, да? Можно попробовать противотанковый режим вот, переключить и сюда подъехать на размен. Ладно, так, я предлагаю сюда вниз один самолет отправить. Смотреть, что здесь есть. И ему придать, допустим, какой-нибудь вот такой вот истребитель. Кстати, не очень удачно получилось. Даже, наверное, давай вот так. Просто посмотрим, что здесь есть. Тут мы пока еще медленно идем. Как бы здесь какой-нибудь триггер не сработает, поэтому пока что просто вот так вот. Кстати, заканчивается топливо, а я не успел здесь выстроить аэродром. И он еще будет несколько ходов строиться. На следующий ход, видимо, да, построим его. Да, не очень удачно получилось. То есть, по-хорошему, нужно бы его на такой дистанции, на которой я смогу долететь до него. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть, где-то вот здесь вот, чтобы он контролировал все, где-то вот здесь нужно его строить, чтобы он еще и сюда мог. То есть, я довольно далеко. Да. Ну-ка посмотрим, ты можешь что-нибудь еще тут нанести, какой-то урон? Ладно, пока пусть будет так. Ну и тут мне, конечно, зададут жару. Не так уж и много, кстати, нанес. Это хорошо. Ну и здесь противотанк его, конечно, добьет тоже. Все, неплохо. Добиваем его. Так, стоит ли делать подшаг, чтобы потом сюда долбить? В принципе, я, наверное, его и так убиваю здесь, да? Ну,
под шаг не делаю, потому что тут арта вражеская. Здесь вроде как мы нормально его держим. Нужно оставаться на этом, на дороге, не забывать. Ладно, в принципе, сойдет. Так, здесь теперь не доходит, да, то есть вот то, чего я боялся, что они просто тупо не доходят. Здесь все-таки круизер нужен был. Может быть, еще раз подойти, чтобы добавить немножко урона. Так, и где-то здесь аэродром ставить. Вот здесь, да, допустим. Да, Матильда, конечно, прям очень медлительно. Ну и ты, наверное, тогда уходи на пополнение тогда. Смотрим, что здесь. Блин, я уже не успеваю, да? Сюда. Вот, кстати, аэродром тоже. Я забыл, что я здесь захватил аэродром. То есть думал, сюда будет возвращаться. Но в целом, наверное, нормально получилось. То есть где-то здесь вот потом будет аэродром поставлен. Тут есть пока возможность немножко поатаковать. Ладно, в принципе, сойдет, наверное. Может быть, попробовать выманить здесь истребитель на себя? Вот так вот. С другой стороны, я потом ведь полечу сюда. То есть, возможно, это была ошибка. Ну, фиг с ним. Есть подозрение, что я прям чересчур быстро здесь иду. Все-таки 25 ходов. А здесь я прям как-то медленно иду. Попробуем здесь пополняться. Пополняюсь обычными пополнением. Все-таки пока что одной звезды, мне кажется, хватит. Здесь пока что ждем. Готовим критическую массу бойцов. Так, ты все равно не успеешь ни туда, ни сюда, поэтому вниз сюда пойдут вот эти ребята. И сейчас уже очень не боюсь вражескую арту. Она, скорее всего, вообще сейчас помрет. Ну, буквально чуть-чуть не хватило. Стоит ли тебя пополнять? В принципе, очков пополнения дофигища. Тут одна пехота, да, то есть пополняется она недорого. Правда, ходов, ну и ходов тоже, кстати, немало. То есть можно попробовать пополниться. С другой стороны, а кто тут еще может быть? То есть только один аэродром остался. То есть два, максимум три будет самолета. Наверное, не будем пополняться, не будем тратить, фиг с ним. Итак, вроде неплохо все идет. Эти ребята просто ждут тебя в зенитку переводить. Противотанк, в принципе, особо тоже не нужен. С другой стороны, какой-то урон он может добавить. Ладно, пока что так. Не вижу вражеских самолетов, успею перевести в случае чего. Так, 11, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, в общем, не особо. Но тут уже и противник рядом. Я предлагаю все-таки ставить здесь аэродром. И здесь что-то придумывать потом. Так. Ну и, видимо, тогда пока что подождем чуть-чуть. Пока что как-то так. В целом, вроде... Ну, смотрите, я говорил, что вряд ли здесь что-то будет стоять, да? Потому что нет снабжения здесь никакого. Но, в общем-то, стояли. Здесь наверняка тоже что-нибудь будет. Все. Ладно, в общем... Тут еще вон танк, кстати. Ну, танк не особо опасный, наверное. Здесь ждем. Здесь на следующий ход... Я думаю, вот эти ребята не успеют дойти, да? Но... В принципе, мы можем просто подойти. Можем немножко подстрелить. Пока что все вроде более-менее нормально. Так, ну и вот я говорил, начинаем поджимать как-то его. Даже можно снять окопанность. Здесь чуть-чуть не хватило дойти. Так,
Снимаем окопанность, да, я так понимаю. Даже немножко надо вот так вот сделать. Наверное, этого все-таки не буду сюда подтаскивать. Да пусть здесь стоит. Так. Тактикалом долбануть. Чтобы меньше урона понес мой этот инженер. Он его вообще прогнал. То есть можно было этим не ходить и потом сюда подъехать и добить его. Прям очень неплохо получилось. Берсерьеры не особо что-то меня впечатлили. Стоит ли здесь дальше идти? Наверное, танк и инженер здесь пойдут. А вот эти ребята вверх пойдут как-то. Тут могут еще, наверное, мины быть. Хотя нет, что мины будут делать в глубине вражеских позиций? Наверное, все-таки тут нормально все. Посмотрим. Так, я долетаю где-то сюда. Ладно, пока что нормально. Вроде никто не должен меня перерезать здесь. Так, я... А, вот и противник. Удалось все-таки выманить его. Давайте самых опытных бойцов подтянем. Так, даже, наверное, зенитку можно будет сюда оттянуть. Еще раз посмотрим, что по задаче. Отрезать итальянские войска у Бедафом. То есть нам нужно все-таки вот эту точку брать. Стоит ли нам вот так вот пытаться пролезть, да, в наглую? И потом только захватывать Бедафом. Ну, тут нас маловато, да, могут начать резать. То есть, может быть, все-таки действительно стоит сюда идти. Как-то так, что ли. Ну, Матильда прям... Ей пофигу, дорога, не дорога, в пустыне она себя прям очень плохо ведет. Я предлагаю переехать все-таки на дорогу сюда. Перебраться, да? Не знаю, возможно, рискованно это было. Здесь надо подальше от него, но в принципе, я думаю... Если он так же, как я, летает, он меня догонит. И даже здесь кого-нибудь подсмотрит. То есть главное не дать вот этим подсмотреть, чтобы он вот этих не увидел. И отсюда никто не сорвался. Так что вот так вот как-то. Идем пока что. Поехали. Нет, вообще ничего не стал делать. Просто тут где-то тусуется. Возможно, он побитый какой-то. Так. Подождите, их же можно перерезать. То есть зачем я сюда пошел? Можно было просто вот так вот было их отрезать и все. Как вариант. Крузер довольно быстрый. Наверное, не будем его использовать. Все-таки решил здесь вот так вот пойти. Пускай они тут что-то выдумывают. Так. И давай максимально быстро тоже вперед. Стоит и переходить уже, наверное, все-таки есть смысл перейти уже в зенитный вариант. Так, и тут один ход еще, да, я так понимаю. Ладно, не будем рисковать, пока что сюда присядем. Посмотрим, что здесь есть. Ну, противник вроде не слабый. Тут. Будем все-таки здесь пытаться продавить. Все, мне кажется, я все-таки правильно выбор сделал. Так. Да, и тут не очень хорошо получается. Очень медленно они, конечно, идут. Так, даже, наверное, вот так вот, чтобы спровоцировать кого-нибудь на себя напасть. В принципе, инженеры не особо. Их всегда, тем более, можно пополнить самыми простыми бойцами. То есть, поэтому все-таки вот так вот как-то будет. Пока что вот так. То есть, давай, выходи, вылезай, будем биться, типа. Так, есть тут кто может долететь и прикрыть? Ну, в общем, не особо, да? Не особо. Кстати, а не забыли ли я в прошлый раз артиллерии сходить? Наверное, одну артиллерию все-таки наверх подтащу, да? Вот здесь вот помогать. Одну, наверное, здесь. Хотя, наверное, возможно... Вряд ли они бы здесь сюда стали нападать. Наверное, это была ошибка, да? Надо было всю артиллерию сюда тащить и вот здесь вот просто их всех принять. Да, это была ошибка, скорее всего. Ладно. Даже, наверное... Давай,
сюда вытаскиваем этого. Истребитель, если он здесь где-то есть. У меня тут есть как раз зенитка. Есть два истребителя. Давай сюда подлетай. Будем добивать. Ну, в целом, пока вроде не снимается нифига. Да, видимо, они просто тут будут сидеть и все. То есть нам нужно город захватить и здесь перебить их всех. То есть у нас задача только Бедуфом занять. Этот не надо занимать. Здесь тоже, интересно, здесь кто-нибудь может проехать? Было бы плохо, если бы проехал кто-нибудь. Так, сюда тащиться или сюда? В принципе, потом на две клетки. И здесь можем еще закружить его, да? Здесь можно будет окопанность снять. Блин, как же медленно они ходят. Тяжелая пехота. Наверное, зря здесь ее поднял. Ладно. Подойти сюда. Потом отойдем как-то, да? Ладно, здесь вроде тактикал у меня где-то был. Но он, в общем-то, не дотягивается пока. Ладно. Попробую здесь тоже вниз уйти. Здесь просто, я так понимаю... Одной тяжелой пехоты хватит. Этот, наверное, тоже пускай вниз идет. Здесь все вместе будем помогать. Так, ты, наверное, иди здесь, посмотришь, что в этом городе. Блин, и этот медленно идет тоже, да? То есть, вот, стоп. Двигаться по прежней дороге. Я совсем об этом забыл. Инженеры, давайте назад. То есть, все австралы пускай тогда туда идут. То есть, нужно, типа, город вот этот захватить, да? Я так понял, все-таки, наверное, зря. Ну, не зря отправил здесь, наоборот, как раз австралийца. Ладно, тут, в общем-то, вроде более-менее нормально. Только вот тяжелая пехота здесь нафиг оказалась не нужна. Возможно, на будущее мне, то есть, вообще тяжелую пехоту здесь не брать. В общем-то, и так мы неплохо воюем. Судя по тому, что я вижу, размен не очень хороший. Так. Мы даже атаковать не будем, просто отойдем, и все тогда получается. Противник тоже что-то не хочет на меня нападать. Здесь точно где-то был вражеский самолет. Так, ладно, посмотрим, что тут. Вот и самолеты, кстати. Что-то я не обратил внимания. Зенитка здесь. Попробуем отойти все сюда как-то, да? Или посмотреть, что тут у него. Как далеко ты можешь двигаться? Сможешь куда-то сюда доехать? Попробуем подставиться, да, вот так вот как-то. Потом, если что, догоним. Вот здесь, да. Надо было все-таки обратить внимание, что вот здесь вот они все. Тут пока никого не атакуем. Я так понимаю, они вообще сниматься не собираются. То есть никак их не спровоцируешь на это. А нет, все нормально, получилось. И даже здесь получилось, их трое. И он решил все-таки нападать на истребителя. А вот это, видимо, тактикал, да, ему не на кого было напасть. Ну, этого отвожу. Пока непонятно, куда, кстати, отвожу. Сюда или, может быть, все-таки наверх. По идее, они меня здесь не должны видеть. Вот еще один. Ладно. Так, зенитка, что с тобой? Ну, в общем-то, в принципе, дотягивается нормально. Посмотрим, кого тут лучше бить. 3-2 мне очень не нравится. Причем это опытный у меня боец. 3-1 уже получше. Я предлагаю тогда вот этого добить, вот послабже, да? Ну и вот этих ребят я им дам на этот, ну, на откорм, типа, пускай нападают на них. Здесь у меня зенитка, если что, все будет нормально. Теперь вот вопрос, стоит ли так мне заходить? Смотрите, вот так вот. В принципе, неплохо. Здесь можно попробовать, кстати, в размен даже пойти. Все равно не доходит, блин, а.
Очень плохо он себя чувствует. Здесь может кто-нибудь подъехать, не очень было бы правильно. Ну-ка, что тут можно сделать? Вот так вот, да, как-то вот так вот встать. И даже поразмениваться немножко. Потому что все равно качаться-то нужно. Ладно, размен ресурсов идет пока на опыт. Так, тут что? Вот, кстати, тоже вопрос. Стоит ли сюда подходить? Спровоцировать противника, проатаковать меня, да? Зенитка вроде тут будет нормально прикрывать, но тоже такое в себе. То есть лучше бы, конечно, чтобы истребители здесь стояли. Ладно, пока что ждем. Да. Ну, вроде они не должны меня здесь подловить. Посмотрим, возможно, я здесь все-таки не очень правильно поступил. Попробую все-таки подтянуть вот этого. Пускай они атакуют. Может быть, так, даже, кстати, вот тактикал может, наверное, долететь. И 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, вряд ли он так далеко летает, тактикал, да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, да, 9. То есть, если истребители на 11 летают. Здесь, кстати, вообще никого не оказалось. Все нормально. Времени, кстати, очень много еще, да? То есть столько же, сколько я уже собирал. Посмотрим, что будет делать. В общем, подставлять артиллерию, конечно, было такое себе прям дело. Вот. Но с другой стороны, они уже отсюда не уйдут. Так, ну-ка. Даже решил проатаковать пехоту. В целом неплохо. Даже здесь неплохо получилось. В общем, я бы даже сказал, очень неплохо здесь получилось. Так, а тактикал может здесь где-то помочь? Ладно, здесь пока просто давим. Потом вот этот мой боец, скорее всего, вот здесь попробует пройти, и мы будем брать барчу. Кто-то за тобой будет бегать? Наверное, все-таки разведка пускай бегает. Заодно посмотрит, чтобы по дороге никто не пролез. Вот, как-то так. Стоит ли вот здесь вот так вот разменяться? Я предлагаю все-таки так и сделать. Смотрите. То есть инженеры, они, в общем-то, не очень дорогие ребята. То есть можно как-то размениваться. Возможно, стоило пострелять сперва. Теперь здесь. Он решил, кстати, мою зенитку здесь атаковать. Я предлагаю все-таки истребителя сперва убить противника. Блин, но надо прикрыть еще и этого тоже. Хоть чем-то. Ну-ка посмотрим, где здесь готов. Где-то здесь у меня был истребитель. Ну, его надо пополнять. Стоит ли пополнять сейчас его? В принципе, дофигища очков ресурсов. Я все-таки думаю, надо пополнить. Второй раз пополнять уже не буду. То есть до десятки уже не надо. Так, тройка вряд ли много урона нанесет. 2-0, 2-7. Я предлагаю все-таки прикрыть арту. Может быть, под шаг сделать ей. Заодно как раз на следующий ход еще здесь будем долбить. Но тут снабжения нет. То есть может тут вообще никого не оказаться. Ладно, пока что вот так вот тогда сделаю. И теперь добить одного или ослабить другого. Я предлагаю, наверное, все-таки ослабить другого. Все, более-менее нормально получилось. Блин, очень тяжело ходит пехота, прям очень тяжело. Круизер. Так, аккуратно попробуем здесь. Да, я, как я и говорил, здесь может просто никого не оказаться. По чуть-чуть подходим, аккуратно. Здесь нету прикрытия этого. Авиации, то есть тоже опять я здесь неудачно придумал все. Так, ну в целом, в принципе, нормально. Тут вроде кто-то еще был, можно попробовать его здесь заманить как-то. Так. Вот этого сюда поставлю. Пускай его атакуют. Зато потом на следующий ход мы точно его развалим. В принципе, все здесь более-менее нормально. Да, легкие танки не особо опасные. Мы здесь уже перережем все. Здесь тоже начнем подходить. И будем уже обороняться. Здесь даже противотанков есть. Все нормально. Так.
подставлю вот так вот его. То есть здесь будет прикрытие двумя самолетами и зениткой. Давай, атакуйте его. Наваляем вам по башке. Вообще ушел. И второй тоже. В целом нормально. В целом сойдет. Так. Посмотрим, что здесь такое. Теперь здесь смотрим, что такое. Кстати, довольно далеко двигается. Нормально. И тактикалом я, наверное, не буду его бить. Я начну вот сразу здесь тогда размягчать противника. Ты, наверное... Я сюда подойду. И остановлюсь. На следующий ход попробую пополнить эффективность его. Кстати, а здесь вроде где-то была арта. Возможно, я зря сюда подошел. Ладно, пока что ждем. Противник улетел. Здесь начинаем резать. В общем-то, город брать, наверное, пока нет смысла. То есть нам же нужно еще и вторичный тоже выполнить. Хотя, с другой стороны... Ну вот я боюсь, что они начнут что-нибудь придумывать. Здесь попробуют проехать. Может быть, здесь кого-нибудь стоило оставить, чтобы он вот здесь перерезал зону. Например, круизера, кстати, как вариант. Так. Да, то есть прям очень плохо. Наверное, на следующий ход... Ну, здесь пока по чуть-чуть идем вот сюда, да? Правда, здесь арта. Все-таки, наверное, вот сюда идем. Противника тоже выманиваем как-то. Здесь снабжения все равно нет, можно особо не бояться. Здесь, ну здесь, кстати, есть снабжение. Так, вот так вот встать. Тут тоже никого не оказалось, в принципе, нормально. Стоит ли поближе как-то подойти? Блин, я все равно опасаюсь, что кто-нибудь может здесь выйти. Тяжелую пехоту тогда здесь поведу, а этого вот сюда направлю. Пускай атакует моего инженера. В принципе, я готов пережить. Тут у меня как раз и прикрытие есть хоть какое-то. Да, все понятно. Это вражеский этот истребитель. Здесь зенитка немножко не достает. Ладно. А ну-ка, может, мы сами до него дотянемся. Он, кстати, это эффективность. Он только что взлетел. Есть возможность его проатаковать. И здесь у меня боец тоже готовится. Все, в принципе, нормально. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Поехали дальше. Вот, вот этого я боялся, но, в принципе, тоже нормально. В общем, противник не особо какой-то подвижный. Тут противотанк, вообще можно даже обрезать его. Посмотрим, что здесь по снабжению. У противника здесь 60. Если барчу возьмем, будет очень мало у них. 60, но в принципе у них здесь нету на 60 войск. Я не вижу, во всяком случае. То есть 2, 2, 2, это 6 всего лишь. Очень много здесь. Ладно. Попробуем, наверное, тогда его немножко подолбить. Или пускай сам на нас кидается. Здесь вроде некому до нас доходить, да? Вот так вот встанем тогда. И подставим вот это. Инженеры, то есть да, здесь прям очень плохо будет, но с другой стороны, если они все-таки снимутся здесь, вот, допустим, пехота, то мы потом просто на халяву заберем город. То есть, но я все-таки думаю, что только танк снимется. То есть это было бы, наверное, самым логичным вариантом. Здесь только противотанковое оружие. То есть сюда отправить одного пехотинца, вот, допустим, такого, да, и он здесь сам здесь всех развалит. Кого-то еще здесь можно накрыть? Ну, тоже особо ни в кого не постреляешь. Ладно, тебе я говорил восстановить пока мораль. Мы здесь пока продолжаем кушать.
Еще один ход подождем. Готовимся. Готовимся. Так. Тут вроде более-менее нормально. Все, даже, наверное, вот так вот сделаем. Кого-то прикрывать тут нет необходимости. Смотрите, здесь вообще никого нет. То есть даже если пехотинец сюда дойдет, можем еще и подсобить ему. Она на две клетки, мне кажется, ходит. Я просто вот здесь встану и вот отсюда буду бить. Может там, кстати, сюда выехать. Это тоже мне будет в плюс, наверное. Ладно. Кого-то прикрывать тут, ну... Можно сюда, наверное, поехать. В принципе, они тут все покоцаны были, да, вон они ничего не могут сделать. Предлагаю просто здесь стоять как-то. Можно даже будет попробовать, допустим, под вражескую ПВО залететь вот этим вот австралийцам, да, и просто поразмениваться с ними, потому что он все равно не перейдет в следующую миссию, нафиг он мне не нужен больше. То есть пускай, как бы, ну, пользу приносит. Отлично. Человек просто снялся из окопанности. Это хорошо. Сейчас посмотрим. Я ему, видимо, подставил инженера. Да, я ему инженера подставил. Это прям супер было. Давай, долбим тогда его. Ну, почти, почти. Все. Практически идеально получилось. Практически. То есть идеальнее было бы только, если бы я в город вошел. До барчи осталось недалеко. Мы здесь уже почти тоже поджали противника. Так. В открытой местности, конечно, не очень хочется нападать. Можно попробовать здесь проехать. Блин, вот здесь непонятно что. Так, ладно, здесь он еще вылетел. Вот здесь вот. Не стал вот отсюда бить в прошлый ход, чтобы вот так вот бить. Чтобы не вышло и не стало бить меня здесь. Но с другой стороны, если бы она вышла, то мы бы захватили тогда здесь. То есть было бы плюс. Так, зенитка есть. Стоит ли подойти? Кстати, можно попробовать снять. Рискованно. Рискованно, но я попробую это сделать. То есть пускай они снимаются, и мне будет от этого плюс. Надо, наверное, все-таки с этим как-то нормально поступить. Вот так вот тогда. Блин. Неправильно поступил. Перепутал между собой вот этих ребят. То есть, думал, этот дойдет сюда. В принципе, кстати, даже, наверное, просто так оставим. Так. Возможно, даже просто сюда уже уйдем. И вот здесь вот будем вырезать. И здесь будем готовиться обороняться. Ну, надо, наверное, все-таки артиллерию сюда будет подтянуть потом. Так, эти ребята вылетели, можно попробовать их добить. Или можно вот этого попробовать добить. В принципе, этот у меня очень опытный. Ну, наверное, вот этот пускай будет его. Здесь попробуем поразмениваться тогда. Все, Аксоп, она может подойти. Но с другой стороны, вряд ли она захочет сниматься с окопности. Хотя, фиг их знает. Компьютер иногда очень странно действует. В принципе, пока что все идет отлично. Стоит ли атаковать? Размен мне не очень нравится. Думаю, мы потом просто окружим и ударим. Пока что, все-таки терять один танк не очень хорошая идея. Я, скорее всего, занял бы город. И, возможно, даже какой-то скрипт активируется. Так, могут убить, кстати. Возможно, это не очень удачно было. Могут убить. Да. Нормально. Я говорил, что он может сняться. То есть, ну, я в итоге
спас своего бойца, да, то есть прям неплохо получилось. Здесь вообще никого нет. Как-то здесь нужно получше распорядиться, блин. Добавить дополнительного урона. Ладно, не супер получилось, но в принципе, наверное, сойдет. Потом пополнимся. Вот стоит ли вот этого оттягивать? В принципе, по снабжению у нас здесь очень неплохо. Тут 93, надо только пару ходов подождать. Да. Пока поднимется флаг и снабжение будет раздаваться. И потом всем отойти и здесь обороняться. Ну, здесь пока, наверное, все-таки окопаемся. В принципе, тут пехота одна, да? То есть, что она может сделать? Правда, есть артиллерия. Он, я так понимаю, сел на аэродром, да? Ладно, тут тоже, в общем, особо ничего не поделаешь. Ладно, просто пополняем сюда. Посмотрим еще на всякий случай. Выполнить второстепенные задачи. Отступающий из Бенгази. Тебя, наверное, просто сюда подведем, да? Может быть, кстати, переключиться уже есть смысл в противотанк. Ладно, в принципе неплохо все идет. Здесь тоже мчим вперед. Теперь вопрос, есть ли тут ПВО какое-нибудь? Нет, нормально. Стоит ли делать такой размен? Блин, тоже вопрос. Ну-ка посмотрим. Такой себе размен. Разменять тактикала на... Да, блин, ну ладно, ну что теперь поделаешь. Так, и тебя я хотел сюда подтянуть. Мы здесь хотели где-то обороняться. Ну, они отступающие из Бенгази. Я так понимаю, как только мы забираем эту точку, они начинают сюда пушить к выходу, да? А мы их здесь принимаем. Примерно такая идея. Наверное, надо было все-таки чуть-чуть подождать, да? Внизу тоже не все еще захвачено. И ходов, кстати, не так уж много осталось. Может перерезать меня. Размениваемся, да, с ним? Нормально. Так. Здесь вражеская арта накрывает. То есть пока что отходим сюда. Стоит ли так размениться? Наверное, да. Фиг с тобой. Здесь начинаем выстраивать оборону как-то. Вот круизер не очень сильный, поэтому ты сюда вставай. И сюда. Противотанк, наверное, все-таки не буду тебя так раскачивать. Хотя, в принципе, какая разница? Нет, ладно, не буду. Это не тот противотанк, который я качаю. Здесь пока что ждем. Так, доходит. Снимем окопанность. Жаль, не успевает моя арта здесь добраться. Еще один такой себе размен. Ладно, в принципе сойдет. Может быть, даже есть смысл. Так, стоит ли тебя пополнять? Наверное, да. Это все равно мой основной боец, то есть он все равно будет пополняться. Тебе нужно такое пополнение? Наверное, да. Стоит ли здесь попробовать поразмениться? Чем быстрее я займу город, тем быстрее они начнут двигаться вниз, тем быстрее я начну их убивать. Все, вот этого, кстати, забыл. Ну ладно, в принципе, вряд ли он что-то здесь может нанести. Да. Засек точки.
Засек вражеской точки. Кстати, там еще один истребитель. Ого. Теперь вопрос, что тут лучше бить. Возможно, стоило вообще уничтожить так-то. Блин. А с другой стороны, а зачем прям сейчас-то это делать? То есть надо было раньше об этом думать, да, ведь? Ладно. Пускай здесь что-нибудь выдумывают. Здесь тогда как-то вот так вот встаем. Ты, наверное, тогда даже вот так вот вставай. Стоит ли сюда лететь? Прикрывать. В принципе, тут и так, мне кажется, нормально. Попробовать этого добить или вот этого. Этого я, в принципе, и так могу здесь дожать, да? Зачем мне стрелять с арты? Все, вроде как противник не должен меня видеть. А нет, стоп, тут же у него самолет, он меня видит, действительно. Арта где-то здесь была, сюда достреливала. Так, и возможно я вот здесь зря вот так вот подставился. Что-то я прям очень много ошибок делаю сейчас. Как обычно под конец уровня. Самый опытный давай наверх. Тот послабже, наверное, вот сюда куда-то полетит. Все, поехали. Вроде должны уже начать отступать. Кстати, а здесь получилось хорошо, ну, хорошо получилось, то есть противник сошел с окопанности, да, с окопанности, с города, в котором была снабжуха. То есть очень круто получилось. Враги бегут, ладно, клиентская армия разбита под Бенгази, оставляет поле боя. Срочно перекройте путь в отступление. Уже сделал. Так. Блин. Сейчас неправильно поступил. Стоит ли вот так вот быстренько отойти? По-моему, тут кто-то уже был рядом, да? Возможно, это будет ошибка, но в принципе сойдет. В принципе, пускай будет так. Кого здесь можно пострелять? Целого, наверное, да, надо? Это противотанк. Танков вроде не было замечено у противника. Фиг с тобой. Немножко качаемся. Ладно, это не долетать. Этого я куда-то сюда хотел тащить, да? Тоже пока непонятно. Противник вроде отступает. Может быть, не стоит его здесь душить, да, как-то? Хотя, с другой стороны, осталось 5 ходов. То есть нужно как-то быстро убивать. Нужно убить 7. Может быть, самому пойти его встречать? Ладно, пока что ждем. Пока что ждем. Вроде перерезать нас здесь не должны. Смотрим, что здесь. Раз, два, три. И я не вижу, как я 5 убью здесь. Я прямо не вижу, как я 7 здесь убиваю. Может быть, нужно вот здесь вот засчитаться за убийство. Не знаю, не уверен, что там. Надо, наверное, попробовать взять Бенгази. У них будет со снабжением проблемы. Их проще будет убивать. Но что-то я прям подозреваю, что не удастся пройти здесь. Вот считаются вот эти ребята. Может быть, рисковать? Да, они прикрыты, но... До этих хотя бы мы можем дойти. Он сейчас еще в меня постреляет. Блин, не знаю. Так-то 5 ходов осталось. Это маловато. Может быть, все-таки действительно сорваться и начать уже самому его душить. Я вот здесь вот отошел. Это, наверное, зря было. Нужно убить 7, да?
Посмотрим. Один ход подождем и посмотрим, что будет. Может быть, вот этих тоже засчитают за убитых. Пока что все шло прям, ну, не самым лучшим образом, но неплохо. А сейчас что-то прям... Да, смотрите, снабжения нет. У этого почему-то нет снабжения. Если бы был здесь крузак, можно было бы их перерезать. Вот этого не было снабжения, а теперь вот появилось. Но в целом я нормально здесь давление оказываю. Очень сильно постреляли меня, да. Не надо было этого делать. Это моя ошибка была очередная. Надеюсь, все-таки их засчитают. Так. Посмотрим, вот этих засчитают за убитого вот этого вот. Нет, не считает. Ну, логично. Должны считать тех, кто в Бенгази, из Бенгази отступает. Зенитка. Зенитка вроде больше не нужна. Давайте в противотанк. Пока что сюда. Здесь может быть где-то понадобится. Танки. Наверное, пускай. Наверное, надо уже давить. Все-таки не так уж много осталось времени. Просто тупо размениваемся. Блин, или может быть просто тупо не очень правильно. Мы типа должны взять Бенгази, у них кончится топливо. Ну блин, мало времени, мало времени. И забыл пострелять артой. Но в целом вроде как получается убить. Я надеюсь, я все-таки смогу это сделать. Ходов, в принципе, нормально еще. Вот эти, надеюсь, тоже считаются за убитых. Тогда все окей. Так, один есть. Убитый. Да, возможно, зря вот так сделал. Вот здесь можно попробовать перерезать. Ладно. Ну, ходов, в принципе, нормально еще. Возможно, я зря панику разложу. Так, и только что была ошибка совершена случайно. Не хотел я здесь атаковать. Случайно просто прожал. Ну-ка посмотрим, что тут. Самолет. Может быть самолет считается все-таки. Если его убить. Не считается, ладно. Вот здесь, в принципе, можно было бы обрезать их как-то. Так, может быть здесь что-то иначе сделать? Как-то вот так вот. Что-то, по-моему, я здесь неправильно сделал. Танк не очень хорошо здесь воюет. Ладно. Пока что подождем. Этому надо пополниться, наверное, да? Да, не супер я здесь. Не супер что-то делаю. Ну, я думаю, я все-таки убью, да? То есть есть еще время. Возможно, зря панику развел.
Так. Пополнится или может быть вот этого долбануть? Ну, если вот этот засчитается за труп, то нормально. В принципе, раз, два, три, возможно, четыре. Здесь одного вроде убил уже. Да, одного убил. Так, ну-ка. Есть шанс потерять бойца, это плохо. Это моя ошибка. Да, потерял. Ну ладно, это был инженер, он не особо важен. Инженер я использую чисто только, чтобы снимать окопом с противника. В целом, сойдет. Вот еще бы он сюда под шаг сделал, я бы его перерезал, он бы совсем офигел. А, тут тоже вроде более-менее. Так, ну, пока что ждем. За 4. Почему, интересно, 4-то? А, одна единица у меня все-таки была еще. Так, стоит ли здесь его атаковать? Перережем, да, ему путь? Вот так вот. Тут снабжения нет. Пока никем его не атакуем. Просто пусть стоит. Потом он, ну, у него потеряется этот. Эффективность. О, отлично. Не надо, конечно, вот так вот было делать, сюда залезать, да, то есть как-то сильные бойцы, но в целом, в принципе, нормально сойдет. Попробуем, наверное, даже этого вернуть. Или подождем. Наверное, подождем, я не хочу его покупать с этим. Хотя, ладно, фиг с ним. Давай, возвращайся. Не буду тебя выставлять с этим, с машиной, да, просто вот этого сюда поставлю где-то. То есть пусть здесь станет, потом мы вместе подойдем и добьем тебя. Даже, наверное, можно прямо сейчас отъехать. Вряд ли он куда-то здесь дойдет. Может даже сюда подойти, вот этого добить, да? Смотрите, нормально. Так, два есть. Ладно. Подтягиваемся дальше. В принципе, далеко стреляет. Кому-то есть у противника посмотреть, где я нахожусь? Вроде нету, да? То есть можно попробовать сюда куда-то подойти. Не продавил. Это, блин, не очень хорошо. Сейчас меня здесь тоже будут бить. Ладно. Ходы еще вроде есть. Этого я убью потом. Ладно, ждем. Кого тут можно пострелять? Блин, тоже никого не постреляешь. Может быть, здесь попробовать кого-нибудь подолбить? Ладно, два хода. Два хода надо убить. Блин, надо убить пятерых. Чё-то я прям... Боюсь, раз, два, три. Допустим, четыре. И наверху один, да? Блин, а подождите, отступающих вот этих всех надо перебить, наверное. Блин, что-то прям... Ну, в принципе, я думаю, здесь справлюсь. Думаю, все нормально. Два хода, то есть раз, два, три, четыре убиваем. За один ход и второй еще остается. Но в целом должен сказать, что я прям напрягся здесь. Посмотрим. 2,7. 2,7. Да, эти ребята не считаются. То есть я вообще зря сюда иду. Я тогда просто отсюда ухожу. Так, один есть. Есть, еще один есть. Он, в принципе, окружен, снабжения нет. На следующий ход он офигеет здесь даже, наверное. Прямо сейчас его будем давить.
Ну, прям я даже не знаю. На последний ход все сделал, то есть. По-моему, не очень удачно получилось. Этих ребят даже не засчитали, да? То есть я просто кучу народу здесь спалил. Самое главное, спалил своего тяжелого. Все, брошены. Разбитые итальянские части были вынуждены отступить так поспешно, что им пришлось бросить часть своего снаряжения. Ну, в принципе, все вроде, да? Выполните второстепенные задачи. Вроде выполнен. Попробуем отсюда отойти. Незачем умирать. Хотя, блин, сам сказал, незачем умирать, и сам что-то пошел с людьми какой-то творить. Ладно, здесь, видимо, всеми тогда отходим. В целом, не сказал бы, что я тут суперски как-то сыграл. На последний ход прям. Я прям очень боялся, что не смогу выполнить. То есть это не очень хорошо, конечно. Вот, типа, что они бросили, да? Ну ладно. Она мне, в принципе, уже особо не нужна. Полная победа. Ладно, под вашим командованием солдаты из сил Западной пустыни превратились в профессиональных бойцов и овладели искусством маневренной войны. Пока противник находится в полном беспорядке, наш артиллерийский арсенал пополняется большим количеством трофейной итальянской техники. В общем, миссия оказалась, ну, как я говорю, несложная, но, в общем-то, тоже, как обычно, под конец я себе тут приключения нашел. Ладно, хорошая была миссия. На сегодня все.